Старые ржавые машины, многие без колес и даже номеров. Такие малые архитектурные формы часто попадаются на улицах города и области. Нерадивые хозяева за ненадобностью бросают своих железных коней на улице. А они годами мозолят глаза жильцам, занимают парковочное место и превращаются в груду металлолома. Эвакуацией таких машин городская администрация занимается не первый год. Но теперь автомобили, а вернее то, что от них осталось, утилизируют, если собственник так и не объявится. Вот весы 1006 тонн, 400, ваше отделение 500 и еще 20 килограмм. 6 тонн, 520 килограмм. Столько весит старая бесхозная «Газель». Прежде чем эвакуировать такую машину, стараются найти собственника, уведомляют его по месту жительства. Если номеров на машине нет, то оставляют извещение. Если владелец так и не объявится, автомобиль увозят на стоянку. Определили места для складирования данных автомобилей на территории наших муниципальных предприятий. Там туда эти автомобили вывозятся, и уже скопилось более 100 автомобилей. Теперь, значит, чтобы соблюдать законодательство и, значит, собственность данных автомобилей, на данные автомобили мы, значит, подаем в суд заявление о том, чтобы признать этот автомобиль бесхозным. По словам главы города, на данный момент суд рассматривает 7 исков. Тем временем в работе сейчас находится около 30 автомобилей, имеющих признаки брошенных, а на штрафстоянках – более сотни. Мы очень рады помочь нашему городу, администрации, освободить эти улицы от этого хлама. И в ближайшие полгода, наверное, активно будем заниматься. Наша компания «Промресурс», она может утилизировать от легковых машин до самолетов, поэтому наша материально-техническая база позволяет полностью обеспечить потребность администрации в очищении города от этого хлама. После решения суда автомобиль идет на металлолом. Вырученные деньги поступят в городскую казну. Их направят на благоустройство общественных пространств и ремонт дорог. Анна Тищенко, Улправда ТВ.